Казани вообще интересный человек. Он все время чем-то увлечен, он не может полноценно заниматься одним делом, то есть играть в Лигу Легенд или учиться. Все знают, что он учится серьезно в Лондоне, и основное его, наверное, качество, то, что он пытается достичь чего-то и там, и там. И когда у него позволяет время сделать что-то, он пытается уделять этому максимальное внимание, максимально туда отдавать свои усилия. Если вот, допустим, делаешь это одно на протяжении долгого участка времени, это становится очень скучным. Я не вижу смысла, допустим, играть 2 года подряд, ничего не делать, кроме этого, потому что, ну, ты не станешь лучше играть, и ничего с тобой не произойдет. А вот, допустим, если миксовать все, то, как вы знаете, диджеи делают пластинки миксовые, так же можно делать в жизни. Сейчас я изучаю экономику, статистику, математику высшую, бухгалтерию и финансы, то есть все вот это в общем, ну то есть почти все, что связано с деньгами, я могу посчитать, допустим. Но в игре я не люблю ничего считать, потому что я считаю в университете, и мне еще говорят, ну ты должен считать, что там тайминг суммонерки, 5 минут ты можешь, типа, для тебя это вообще самое легкое. Я говорю, нет, не хочу, я должен отдохнуть, поэтому я ничего не делаю. Я играю в теннис каждую неделю, потому что я капитан команды в университете, и мне нужно давать отчеты. Все, чем Лозанни занимается, на 100% влияет на уровень его игры и далеко не всегда в положительную сторону. Просто потому, что это отнимает время от самой Лиги Легенд. А так я играл несколько лет в футбол, волейбол, настольный теннис. Ни разу не вставал на лед. Я не встану никогда, потому что я боюсь, что упаду. И какой еще спорт был? А, играл в баскетбол. Прекрасно Лозанни сделал чейн-ганг на топ, совершенно выключив Джаснуба из игры полностью, до конца игры. Неоднократно уже бывали случаи, когда Лозанни из-за экзаменов, из-за учебы, из-за каких-то спортивных соревнований и так далее, просто не мог достаточно тренироваться и показывал очень слабый результат. Но как только у него появляется время и желание играть как можно больше, его результаты растут. То есть закономерность абсолютно прямая, и поэтому, когда у Лозанни есть возможность и желание, самое главное желание играть и выигрывать, он выигрывает. Совмещать все почти нереально, потому что просто времени хватает на сон. То есть самое важное, как по мне, если выстроить вот здание, то, допустим, сон, потом, допустим, идет для меня университет, потом игра, и, наверное, пока все. Мне не нравится игра, где нельзя что-то выиграть, допустим, нельзя заработать денег, и ты играешь один. Цель играть – это пройти на чемпионат мира, где, возможно, получится выиграть хотя бы одну игру. То есть, если получится выиграть одну хотя бы игру, то можно уже заканчивать играть в Лигу Легенд, но потому что выше подняться за 2 года невозможно быть ни одной команде, например.